Согласно правил благоустройства, размещение каких-либо рекламных вывесок с описанием товара, тем более клейка на стекол или тонирование стекол, несущая рекламную информацию, запрещена без согласования с органом местного самоуправления. В данном случае это муниципальное бюджетное учреждение, центр развития. Согласно правилам благоустройства, максимальная площадь всех вывесок на здании не должна превышать от 3 до 10% поверхности, в зависимости от общей площади фасада. Зачастую вывески быстро демонтируемые, поэтому предпринимателям достаточно устных предупреждений. А вот в крупном магазине на Мелькова нарушение весьма серьезное. Фасад полностью заклеен баннерами, окна рекламной пленкой, а на фасаде цокольного этажа расположен целый стенд с выставочной продукцией. Сотрудники комиссии составили на собственника протокол. Далее специалисты планируют обследовать центральную часть города. В случае обнаружения незаконного размещения наружной рекламы собственников ожидают административные взыскания. Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Сотрудники управления муниципального контроля продолжают мониторить и незаконно возведенные коммерческие объекты. Один из них – деревянные настилы на улице Калинина. Сезонно предприниматель здесь открывает торговую точку, но не подкрепленная разрешающей документацией конструкция пошла под снос. На них осуществлялась торговля, если не ошибаюсь, по-моему, напитками. Были неоднократно составлены протоколы за занятие муниципальной территории и торговлю в неустановленном дислокации месте. Мимо комиссии был рассмотрен данный объект, было принято решение о его демонтаже. Силами сотрудников Ремстроя настилы были убраны. Строительные материалы помещены на штрафную стоянку. Работа по благоустройству курорта будет продолжаться.